Сегодня сокрушается она, что прожила все годы ворчаливо и не давала чувствам всплыть со дна, что, в общем-то, для милого хранила. Теперь бы этим чувствам волю дать, но те слова ей некому сказать. Другой к семье был чересчур суров, он не был другом в деле и совете. Сегодня не спешат под его кров любви не научившиеся дети. Теперь никто не даст ему тепло в той одинокой старости его. Своих ближних, друзья, берегите, пока не рядом, пока можно еще прикоснуться к ним нежно рукой и сердца их согреть своим все понимающим взглядом. Дорожите идущими рядом по жизни земной. С течением этих наших дней и лет мы стольких уже близких потеряли, что трудно на вопрос найти ответ, кому и что когда-то не додали. Теперь не крикнуть вслед им никому: прости, что не сказал, тебя люблю. Учитесь мир Христов в себе нести, чтобы любовь могла в глазах лучиться, чтобы потом ненужному прости над гробным камнем в сердце не теснится, пока любовь возможно разделить. Не опоздайте ближнего любить. Своих ближних, друзья, берегите, пока не рядом, пока можно еще прикоснуться к ним нежно рукой и сердца их согреть своим все понимающим взглядом. Дорожите идущими рядом по жизни земной. Своих ближних, друзья, берегите, пока не рядом, пока можно еще прикоснуться к ним нежно рукой и сердца их согреть своим все понимающим взглядом. Дорожите идущими рядом по жизни.